В Хвалынск приедут представители 14 регионов России. Об этом на пресс-конференции заявили организаторы ежегодных соревнований «Туриада-2015», которые пройдут в Хвалынске. Известно, что в рамках своего мотопробега по стране на закрытие «Туриады», которое состоится 23 мая, прибудут участники мотоклуба «Ночные волки». Ну а открытие межрегиональных соревнований запланировано на 20 мая. Участники будут состязаться в трех основных дисциплинах – это пешеходная, водная и велосипедная дистанции. Заявки на участие уже направили 14 команд из разных регионов Приволжского федерального округа. Участниками лагеря у нас являются команда победителей региональных турслетов, то есть в преддверии этого масштабного проекта, соответственно, в каждом регионе проводились отборочные соревнования, выявлялись победители этих региональных соревнований, и именно команды победители будут представлены на туристическом слете Приволжского федерального округа. Также будут участвовать команды студентов высших учебных заведений, которые обучаются по специальностям социально-культурный сервис и туризм. Безусловно, спортсмены, профессиональные тренеры по спортивному ориентированию.